О, хорошо, мне нравится эта пицца. Я рад. Давай, мужик, работай, больше клиентов. Я хочу пиццу с сыром, а сверху я хочу лук и пепперони. Окей. Какие-то спокойные клиенты. Где двойные заказы, тройные? Привет, ребята, с вами Моби Ким. Продолжаем играть в игру «Хорошая пицца, отличная пицца». Но прежде чем начать, я опять хочу всех поблагодарить, ребята, за то, что вы помогли собрать мне 100 тысяч подписчиков. Вчера пришла мне серебряная кнопка от Ютуба. Вот так вот она выглядит. Моя прелесть. В одном из комментариев мне написали, что кнопку мне придется ждать аж целых полгода, но в реальности, к счастью, все оказалось не так. Кнопка плыла, летела, что она только не делала, ко мне не так уж и долго. И я решил, ребята, что первый человек, который угадает, сколько дней ко мне шла кнопка от Ютуба, я тому буду целый месяц передавать самому первому «Привет, Зомби Кетчерс». То есть, получается, это 4 серии. Пишите свои варианты в комментариях, а мы продолжаем играть в крутую игрушку «Хорошая пицца, отличная пицца». Там нас сейчас, ребята, ждет. Идет росточек, который нужно полить, не забыть. Погнали, ребятки, 32-й день, глава 2. У нас там, ребят, смотрите, ходит чувачок. Эй, помнишь меня? Скажем, да, пусть да. Ах, ты вспомнил, как приятно. Итак, я передала твою аренду отличным людям из пироговых диаграмм. Они помогут тебе с твоей арендой платой. Чем выше твой рейтинг, тем ниже арендная плата. Твой рейтинг хуже, арендная плата выше, уяснил? Уяснил, тетя, ты злобная какая. Хорошо, я проверю до конца месяца. Окей, давайте польем скорее наш росточек. Мне сказали, что это у нас растет баклажан, мы потом его будем пихать в нашу пиццу. Немного чокнутый заказ. Я хочу лук и сосиски на моей пицце. Да, чё чокнутого, чувак? Все нормально. Лук и сосиски на твоей пицце. Главное, чтоб там еще соус с сыром был. Лук и сосиски, да? Давай. Сосиски, сосиски. Ух, я, ребята, давненько не играл. Все криво, все косо. Ладно, будем сейчас вспоминать, как все это делается. Я по спирали, по-моему, последних видосов все закручивал. Все. 14 баксов он нам дал. Ох ты, у меня скоро, ребята, опять плита будет требовать ремонта. Но я буду ее ремонтировать, когда останется, наверное, палки 2. Ну что, чувак, готово! У нас 300 баксов накопилось. Я жду все новых начинок. Что это за пицца? Ты прекрасна! Это спрашиваешь у меня, что ли? Гол! И еще сделать ее темной. Так, гол, ребята. Пока буду сейчас эти начинки намазывать, надо вспоминать, что такое гол. Грибы, оливки, лук, точно. Гол! Ну, немножко похоже на футбольный мяч, смотри. Грибы у нас белые, оливки черные. Лук, правда, получается вообще не в тему. Так, еще два раза и надо ему ее прогнать. Окей. Да что ж ты, ладно, сойдет. Ох, когда ж начинки-то новые появятся. Надеюсь, баклажанчик я выращу. К какому дню? К дню 34-го, может, у нас заколосится баклажанчик, да мы сделаем. О, второй раз забыл. Фух, главное вовремя вспомнить. Баклажанчик у нас заколосится, да мы начнем упихать в начинки наши. Дня через два, надеюсь. На, мужик, вся жизнь прошла в ожидании этого момента, эта пицца удивительна. Пицца с сосисками, сосиски, сыр тоже круто, окей. Мало денег дала. Ай, просто сосиски, что ли, тебе? Да, вроде просто сосиски. Помощников, ребята, нанимать я, наверное, пока не буду, которые у нас раскладывают начинки различные. Я пока сам справляюсь. В принципе, у меня довольно-таки неплохо получается, как мне кажется. Потом, когда денег побольше поднакоплю, я, наверное, буду... Интересно... Ох, эта пицца вызывает у меня приступ нетерпения. Интересно, вот этот чувак, что нам дает вообще? Опять однорукий этот пришел. Готовы к этому? Я хочу пепперони с сосисками. Могу ли получить ее хорошо запеченной? Пепперони с сосисками? Да запросто, мужик. Че, куда у тебя рука-то делась? Однорукий, что-то прям... Какой-то, да? Однорукий чувачок. Че, пепперони с сосисками, по-моему, сказал? И чё он сказал, темный? Или чё? Хорошо запеченный, да, два раза. Ну смотри, довольный мужик. Я не покупал никакие улучшения, там, довольные клиенты или чё они там. Хорошее настроение. Все пока нормально идет. Держи, мужик! Отлично, отлично, отлично! Я рад. Баклажанчик наш растет. Потихоньку. Сыр и грибы на вкус странный, вместе хорошо запеченные. Я
не помню, что надо, потом переспросим. Грибная пицца без сыра для меня. Хорошо запеченная, да. Грибная пицца без сыра. За сегодня, мне кажется, баксов 400 мы заработаем. То есть накопим 400 баксов. Заработать-то я, наверное, заработаю баксов 80, но накопится у нас к концу дня, наверное, 400. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Извини, мужик, я женюсь на этой пицце. Дай-ка мне луковую с перцем, приятель. Да запросто. Запросто. Нам снова тесто скоро нужно. Так, луковую с перцем она сказала. Ой, 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 как лук-то у меня вылез что-то за пределы. Запекать тебе не надо? Нет, приятель, дай-ка, дай-ка, приятель. На-ка, приятель. Когда дело доходит до приготовления пиццы, могли бы написать книгу. Я плохой писатель. Пиццу я могу лепить, писать я не умею. Сыр, сосиски, пепперони, грибы, положили бы это все на мою пиццу вы. Стихи, что ли? Стихи какие-то, ребята. Я уже забыл, что она просила. Ну ладно, мы и так намазёкаем. Сыр, по-моему, там по-любому есть. Что у нас там дальше? Сыр, сосиски, пепперони, грибы. Сосиски, пепперони, грибы. Давай, в том порядке, в котором она перечислила. Пицца для большой тети стихотворчицы. Стихотворщица, на, не злись. Это красивая пицца. Сколько она, смотри, сколько чаевых нам напихали уже, полную банку. Я возьму пикантное комбо, оливки и лук. Ну давай, пикантное комбо, тесто мне. Еще тесто, еще тесто, еще столько же пиц, наверное, налеплю. Пикантное комбо. Я уже забыл. Оливки и лук. Видимо, ребят, клиенты все-таки довольны, потому что я редко переспрашиваю сейчас, что они хотят. В принципе, они довольно-таки нормально выражаются. О, хорошо, мне нравится эта пицца. Я рад. Давай, мужик, работай, больше клиентов. Я хочу пиццу с сыром, а сверху я хочу лук и пепперони. Окей. Какие-то спокойные клиенты. Где двойные заказы, тройные? Че, все сыты? Они, наверное, что-то другое едят, кроме пиццы еще. Обалдели, что ли? Я хочу пиццу с сыром, а сверху хочу лук и пепперони. Снизу не хочешь? Было бы прикольно. Сначала пепперони, а потом сверху сыром что-то замазать, чтобы видно не было что-то. Ну что ты не едешь-то? Эх, ребят, наверное, 400 баксов у нас не получится накопить. Хотя кто его знает? Просто какие-то заказы одиночные идут. Где двойные, тройные-то? Я хочу денег, хочу больше денег. А если бы эту пиццу забрала гигантская гнидущая черепаха, мной был бы обыскан каждый гриб, набитый грибами замок на свете, чтобы найти ее. Ух. А я хочу взять безбазиликовую максимальную. Также мне нужны большие куски, порежьте ее на 4. Максимальная 23 бакса. Не, все-таки, я думаю, 400 баксов получится у нас сегодня сделать максимально безбазиликовая. И на 4 куска. Надо не забыть про 4 куска, потому что, как бы, мне до этих 4 кусков еще дожить надо. Давай, 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 без базиликовую, без базиликовую. Да, в прошлый раз я спрашивал, кто из вас попробовал базилик, мне написали, что на вкус он, как бы, не совсем очень. Хотя кто-то написал, что ему нравится базилик, ребят, ну, не знаю. Мнения разделились, но клиенты не хотят базилик вообще видеть в своей пицце. Не, может, он просто в пицце невкусный, я не знаю. У нас и начинки такой нету, может появится, может не появится, кто ее знает. Ладно, давай. Максимальная безбазиликовая! 23 бакса. Ну интересно, сколько нам чаевых даст, наверное, баксов 10, я надеюсь. Я ж вроде успеваю, хотя смотри. Ой, что-то недовольство уже начинает проявляться, ну ладно. До 40% сейчас успею. Успею, 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 на! А если... 2 бакса всего! Ты обалдела, она мне 2 бакса всего дала. На своей пицце я хочу видеть половину с грибами, я 4 куска, наверное, просто не порезал, точно. На своей пицце я хочу видеть половину с грибами, половину с луком. Половину с грибами, половину с луком. Ладно, половинки пошли какие-то. Сегодня не день половин, чё за заказ? Не, ребята,
Вот я думал, она мне сейчас баксов 20 даст, а тетя, которая максимальную заказала. У меня больше денег ушло на ингредиенты, чем она мне дала. 2 бакса, вот жматяра-то, а? Жматяра жмотная. Не может быть же, что она мне чаевых столько дала только из-за того, что я не порезал пиццу на 4 куска. Спой мне пицца, спой мне красивую божественную лепешку из домашней духовки. Вот это заказала пиццу за 11 баксов, по-моему, и заплатила мне 3 чаевых. Могу ли получить половину с грибами, половину пепперони с сосисками? Также мне нужны большие куски, порежьте на 4, хорошо запеченные, елки-палки. Ну давай. Я уже все забыл, что надо. Половину пепперони с сосисками, по-моему, и половину еще что-то. Давай, смотрим. Половину с грибами, половину пепперони с сосиски. Окей. Грибы, половины пошли. Где двойные заказы-то, елки-палки? Пепперони с сосисками. И опять на 4 куска надо не забыть. И хорошо запечь еще. Блин, все, ребят, это мой последний заказ, я дальше уже ничего не успею. Осталось полчаса до конца дня. Полчаса. Так, стоять. И 4 куска, блин, не забыть. Да не расстраивайся ты, дядя. Я ж тут запекаю на второй раз. 4 куска. Ура! Я запомнил! На тебе, мужик. Я просто хочу обнимать ту пиццу в течение нескольких часов. Ну чё, может что-нибудь еще там? Давай, мужик, я хочу пиццу. А, не успел я даже на кнопку нажать. Ну что, глянем, ребята, сколько мы заработали. $51. Да что ж ты будешь делать? Используя на запасы 146. Вы серьезно? Тесто на 48 баксов. Ну как бы с тестом я уже ничего не поделаю. Соус, ребята, на 13 баксов. Сыр на 11 баксов. Пепперони. Самое дорогое у нас лук, ребят. Смотри, на 22 бакса я лука всем нафигачил. Чё, у меня так много пицц с луком, что ли, просили? Ну давай, еще чаевых. Хочу больше денег. Ура, 61 бакс прибыли. Окей. О! Смотри, ремонт духовки, ну это понятное дело, она у нас на половину деления. Но я ее не буду пока ремонтировать. Спрей против насекомых, у нас таракашки завелись. Обалдеть. 15 баксов. Вот хотят меня все разорить. Возможно, еще эта тетя с арендой там приперлась, и я так и не понял, в чем прикол. Возможно, еще и арендная плата у меня увеличится. Вот это будет вообще весело. Ну ладно, спрей против насекомых, таракашки мне не нужны. Это мерзость моей пиццерии. Прям никак мне не нужна. Ну что, начинки? Давай, начинки, ну пожалуйста. Ну где же вы, начинки? Разметка для начинок. Не, копим, ребята, копим. Из декора тоже ничего не надо. Какой-то так себе день, ребят, сегодня получился у нас. Только одиночные заказы, был какой-то максимальный заказ, но она нам чаевых вообще не оставила, потому что я накосячил и порезал пиццу на много кусков. Хотя, может, если бы на 4 порезала, мне столько же дала. Жматяра, потому что. И вот и все на сегодня, ребята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите свои комментарии с вариантами дней, сколько ко мне шла серебряная кнопка. Ну а с вами был Мобик, до новых встреч, пока-пока.